Всем здрасте, другие друзья. С вами Марк и... Айденчик. И Рак, точнее. Ну ладно. Сегодня мы вернулись. Это 22-я серия. Ладно. Да подожди, не надо мне пить. Да я тебе ударил, одно хп тебе снес всего лишь. У тебя 4 хп осталось. Потерпишь. В общем, мы зашли, не снимали, наверное, недели две где-то, да? И у меня пропали вещи. Что самое интересное, я не знаю, что произошло. Я посмотрел последнюю серию, и что я там. Я их никуда не девал. То есть они у меня должны были типа остаться, у меня их нет. Марк, мне нужна медь. Ну иди, ищи её, алё. Я даже не знаю, как она выглядит. Она такая оранжевая. А, оранжевая? Ну, не оранжевая. А, все, я нашел, я уже нашел немножко меди, пойди. Короче, я не знаю, мне был палочка там Том Намикон, это вообще не мой Том Намикон, если что. Но реально, я не понимаю, куда все пропали мои вещи. У меня была палочка и этот. Как его еще? Тот еще был, да? Этот моток, воу, моток. Я не знаю, куда они пропали, у меня только ягода осталась и эти. Я не могу найти резину. Если честно, я вообще не помню, куда их положил, и либо они пропали куда-то, серьезно. Сейчас я ж по идее там собирал резину. А, ну да, короче, Айденчик, что будешь делать в этой серии? Пока что я собираю, делаю бур. А после этого у меня будут более масштабные планы. А тебе нужен заполнитель? Мне нужна резина. Резина. Мне нужна большая резина. Короче, ладно, мы ничего делать не будем, потому что мне все пропало. Я не знаю, уже перезаходил. О, я нашел резину. Прям... Серьезно, вот куда могли деться мои вещи? Серьезно, я не понимаю. Я их выкинул в окно. Эй, если серьезно, то... Без понятий. Я пошел в Twilight Forest, до свидания. Я обиделся, я пошел в Twilight Forest. Ничего не знаю. Может, здесь мои вещи где-то. Самое интересное, я здесь заспавнился. Хотя, ты вообще помнишь, что я здесь уходил в последний раз? Марк, я вообще ничего не помню. Ну, где ты о чем? А почему ты здесь заспавнился? Такое чувство, что ты реально как будто старое сохранение мира. Ну, Марк, если бы было бы старое сохранение мира, у нас бы не было здесь половины вещей. Ну, хотя да, логично. Давай посмотрим, Нага жива или нет. Я так ради интереса. Я же ее убивал, типа. Типа. Ну да, она здесь мертва. Была. Окей. Что тут еще интересного да, есть? Еще два медных провода. Вы что, издеваетесь? Короче, я не знаю, Денчик там непонятно что делает, так что я полетел. Да я делаю медные провода. Да. Во, мне как раз осталась одна медная пластина. А кстати, когда начнется? Два медных провода. Отлично. Сколько еще изучать? Подождите. Пожалуйста, скажите то, что мне нужна эта хрен тень. Нет, нужна. Если она будет нужна, то морпает. Ой. Ой. Ой, что-то мне это не нравится, если честно. Что-то я вообще не понял прикол. Надо все. Чё? Я нашел этот данж минотавров, лол. Вот минотавры, сейчас будут скримеры. И притом здесь что-то не очень, конечно, это вы. А, ну они меня не напугают, потому что я же этот. Я же летучая мышь. Я ударить не могу. Куда кобальт? Ушел. Алло? Я их ударить не могу. Подожди, это баги? Они меня могут ударить? А, да, да. Тихо. Я уже понял, все, до свидания. А почему я их не могу ударить? Че за бред? Кобальт какой-то злой. Он еще книгу какую-то зачарованную держит. Я просто бы не видел, что здесь происходит. Интересно, как наркомания. Тут эффекты. Так, значит, сколько эффектов? Надо сделать. Алло, ты что-то это с нетом у тебя? Ну, скайп что-то. Да нет, нормально все. Я не знаю. Тут какой-то бред, серьезно. Все нормально. Я же испугался. Так, ладно, кью, короче, без ран, здесь ничего интересного. Стоп, так, значит, что? Мы разве не убивали боссов? Или знаешь, куда всех... Че, серьезно? Не, ну в этом сезоне. Вроде всех. Стоп, а мы раз его не вызывали этих через яйца, не? А, да я про эндердракона не знаю, не помню. А, не дам да. Да, мы и сушителя не убили. И сушителя. Можешь идти и убить его по-быстрому. Насчет Twilight Forest, даже мы в каком-то другом сезоне же брали это яйца призвания и их убивали, да? Да. А, это в этом не. Ну, значит, в этом тоже самое дело, потому что мне лень их искать. Поджара. Там лагает. Так, ладно.
и сушитель, но это будет очень долго, плюс мне сейчас придется открывать папку с скриншотами, чтобы найти координаты этого. Так, как делать аккумулятор? Алло, 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 алло. Да, алло, алло. Да, блин, мне еще резину нужна. Ну ладно, я пошел из сушителя. Ну, попробую, точнее, эти выбить. Мне еще нужна резина. Окей. Много резины. Бывает. О, тихо! Не бывает, Марк. Знаешь, как мне сейчас повезло? Знаешь, в чем прикол? Здесь в портале сейчас крипер. И если бы он сейчас взорвался, то все, портала бы не было. Да, нет, у нас как бы отключены взрывы. Ой, я еще и медь нашел. А, точно, я же забыл. А я медь нашел. Я сейчас на паузу поставлю. Так, я нашел один. А мы сейчас вернулись в крепость, чтобы бить скелетонов и сушителей. А вот первый его я уже нашел. Я нашел сырого спрута, но я до сих пор не нашел то, что мне надо. Чё попытался? О, господи, я ж подумал, там выпала голова, я обрадовался аж. Ну, это была какая-то чёрная кость. Откуда у тебя с теми пустоты? Ты у меня спрашиваешь? Я чё знаю? Марк, ну знаешь, только у нас ты тут занимаешься тонн крафтом. Я не знаю. Ты мне бы сначала палочку бы нашёл. Ну, понятно. И я уж всё проверил, алё. Там только твоя палка. Алё? Это уже реально странно, я теперь появляюсь на нашем старом спавне. Так уж реально здесь что-то слетело. И у меня вещи пропали половину, такое чувствую реально. Так, сет... Ой, не сет хоум, это спаун поинт. Поинт. Все, спаун поинт. Так, я опять в ад пошел. Не знаю, что меня бесит, это то, что не могу найти резину. А мне бесит, что не могу найти свои вещи. Я же вроде ее дофига делал. Хочу. Ай, так, ТП. Да вот видишь, может, у тебя тоже пропали вещи, не? Да не помню. Я вообще постоянно не могу найти. Алло, ты пропал немножечко. Да, я постоянно не могу найти резину. Ифриты. Я уже как-то даже не слежу за вещами. У меня могут половина вещей пропасть, я могу этого не заметить. А, нормально. Так. Вот, вот у меня вещи пропали, а я не знаю. Ну ты, если бы ты еще снимал, тебе было бы проще, ты мог бы посмотреть на запись, что у тебя было. Так, а мне? Мне без разницы как-то. Потому что у меня, знаешь, из вещей это обычно что-то, какие-то камни, руды. Чего? Как они мне попали, алё? Читы, понятно, ифритов читы. Магия. Не магия. Так, вроде у меня уже 7 резин, давайте чуть-чуть соберу. Запрещено законом. Тихо, ТП. Ты где еще скелетоны, чего так мало? Вроде 12. Не бесит, это скриты. 15. Давай да. Эй, фриты меня зажали немного. А нет, они раки. Что, 36 резин, думаю, мне пока хватит. Пока. Пока. Что? Срань ты, господи, не смей меня убивать. О, я 3 алмаза нашел. Лол. Зачем? Ну, не знаю. Короче, я сейчас ничего не упадает. Да вы достали меня убивать. Я вообще не понимаю, там такой чушь шанс выпадения, как в обычном Майнкрафте. Ты говорил, типа, какой-то мод есть на... А, вот все, развис. Да не, все, развис. Возвращаются все вещи. Ага, ну. Уже такое. Че, серьезно? Ну да, у тебя уже такое было, если че. Ну и чё? Зомби. А я пищу зомби лопатой. Я тебя поздравляю. Надо. Да чё? Да кто? Паук меня испугал. Да ифриты достали уже меня пуляться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фух, всё, я улетел. Мне нужны скелетоны. А вот он, минус. Ну и где, когда голова с него выпадет, алё? Она вообще с них не упадает. С них это выпадает некротическая кость. Это, по-моему, стинкера констракт, вроде бы. Как? Вроде бы как. Так, здесь чисто, здесь винозомби. И как? Винозомби мне не нужны, потому что они раки. Нет, они нужны, это обязательно. Ну да, они и свинки, потому что. Ну, что? Ну, они реально свинки. Если шугаста, это очень плохо. Нет, это очень хорошо. Часто выпадает очень полезная вещь, как слеза гаста. Например, ничего, да. Слеза гаста. Ну и где слеза эти... Слеза газда. Ну тут магматический куб. Чё там?
Сложно, очень сложно. О, опять ифриты, здрасте. Ну, может, они заспамнятся, это раз, а во-вторых, пусть им выпадет голова. И серьезно, здесь шанс вообще не увеличится, по-моему. Здесь, как в обычном Майнкрафте, им выпадает, наверное, один к одному. Один к миллионный шанс. То есть невозможно. А, кстати, что я туплю-то? Я их могу на карте видеть. На нее должен показываться. Но пока что я их вообще не вижу. Здесь какие-то волки, свинозомби. Во-во-во, вижу. Вижу двоих на карте. Еще раз. Так, это получается один... Так, а я сделал это. Где-то здесь должен быть. А я сделал что-то. Я сделал силовой агрегат. А, он наверху, что ли? И зачем он у меня? Я вот тоже не знаю. Ну, Марк, я сделал силовой агрегат. И вопрос, зачем, да? Ну, я тоже не знаю, вот зачем он мне. У меня получается осталось 6 пластин. А я здесь был-то? О, нет, не был. Нормально. О, скелетон. Скелетон, скелетон. И. А можешь как-то... Я сделал шахтерский бур. А, ты крафт не показал мне. Чё? Крафт не показал. Или ты его уже делал? Нет. Без разницы. Короче, здесь из-за того, что я даже не знаю, что это такое. Угу. Карн стол. Тихо. Ясно, я это не смогу сделать. Что там? Ну, можешь встать на пол? На пол? Ну, я сейчас... А, сейчас, минуту. Сейчас. Так, все, мы вернулись, короче. Я добыл 3 головы. Ну, черепа, точнее. А я делал токарную форму. Да, железную токарную форму. Так, все, да. Сейчас мы убьем иссушителя, короче. Возможно, мы убьем. Вот. Марк, у тебя нет случайно мозга зомби? Или там, думаю, плоть? В сундуке должен быть, посмотри. Тихо! Нет, мне надо просто пушить. Не, у меня нет. А у меня здесь большие проблемы, здесь гаст. Круто. И этот летающий, летучая мышь огненная. У меня гаст пропал, получил. Ну и где... Все. Вот где мозг зомби? Должен быть, по идее. Так, здесь какие-то угли. Я гнила, плоть. Мне без разницы, мне надо что-нибудь, что нельзя кушать. Нельзя кушать. Логика. Не, я должен съесть то, что нельзя кушать. Типа там гнилая плоть, мозг зомби. Такое что-то. Спавнится, а. Так, ладно, без разницы, здесь его убьем, без разницы. Мне бы, конечно, ГМ желательно бы включить, потому что он меня так завалит. Ладно. Вот все, я его заспавнил. Короче, если у меня мало хп будет, мне придется включить ГМ 1, потому что... Все-таки... Ага. Очень интересно. Он еще бомбанет. Композит, так, значит, где? Понятно. Угу. Он меня с первого удара убил. Понятно. Ладно, до свидания. Сейчас тебе будет конец скелет, не волнуйся. Вот скелет, косвенно, мне кажется, по-моему, больше, чем в обычном Майнкрафте. Как там тпшится к этому? О, паучий глаз. Алло, как тпшится? Че? Как здесь карту открыть? А, эти, ну, к метке, Last is F, как тпшится. А, это... Там вроде на М. На М? Нет. Ну, да. Нет. Так, подожди. Сейчас посмотрим. А, ну, короче, на Ю. А, вот, да. Ам, ничего. А, вот, Last is F. Ничего, телепорту. Телепортироваться на. Ну, вот. А, вот он. Все, здрасте. Извините, но мне присутствовал. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, короче, Марк. Регенится. Ты чё? Не, ну если бы я вот так убил, это нереально было, его не убил бы вообще. Он что-то какой-то быстрый, мне кажется, он даже какой-то улучшенный здесь. По-моему, больше даже, по-моему, в обычном майне он поменьше, или мне кажется. Или по маркам. Ну так и есть. А, ну да, точно, забыл. Иди сюда. Да, все, минусанул его. Так. Все, давай, киллуй себя. Подожди, и... стой. А вещи? Подожди, вещи. Опа. Так, это все? Все надеюсь. А у меня тут кое-что интересное есть. Алло, с него звезда не выпала. Ясно, бери. Откуда-нибудь. Я вообще без. Ну реально, я. Может, он, кажется, здесь где-то упал, я ее не вижу, но в инвентаре у меня ее нет. Мне выпали только другие какие-то вещи из других модов. А вот именно звезды, она у меня нету. Подожди. Что? А, здесь ведь надо.
Ну это нормально, вот. Короче, что у меня здесь нет звезда. Ну, окей. Килл, и мне придется опять ГМ в Шельбе, да я вообще не понял, где он должен был выпасть. Зря Шельб добывал. Так что. Гемот один и звезда ада. Вот она. Адская звезда, все. Извиняюсь. Я ее не заметил, у меня было. Что-то, знаешь, такая как бы незаметная. А, и что мы можем сделать? Можем сделать Portal Gun, который там как раз таки звезда ада и нужна, кстати, как говорил. Ну, Portal Gun, а вот. Portal Gun. Как он у нас делается сейчас? Миниатюр Black Hole нам надо будет сделать. Нам нужен Ender Pearl Dust. У нас есть Ender Pearl Dust? Это пыль? Ну, переруби этот... Как он называется-то? Очки? Очки надо? А, у нас есть 4 пока что, я вижу. 4 есть. Ну, отправь одно в это... В печку? Дробитель. В дробитель. Ну, подожди, а надо смотреть там, через что он делается. Подожди, я поищу, может, у нас есть. Пока Марк, я... кстати, зайди в верстак в правый. А, сейчас. В правый? Угу. О. Короче, здесь что-то... Подожди. Как это делать? А как делать? Мне 8 надо, мне еще 4 этой пыли нужно. А, еще 2 обсидиана и... Ну, все остальное... А, и алмаз один придется пожертвовать. Ага. Ну, короче, смотри, здесь, типа, он был получиться алмазный бур, но он не получился, может, это... Я их всех ебал. Че, другая версия? Не знаю. Да нет, он как бы должен был получиться, но он не получился. Ну, то есть мне идти наверх, да? Ну, мне как бы... Я возьму... Я, короче, сейчас вот это все, что я сделал, я выброшу. А я возьму из креатива токарный... бур вот этот. Окей. Вылетаем, выбрасываем, едем. Подожди-ка, помнишь, я делал еще сковородку? Вот она здесь есть. Я думал... Так, ладно. Без разницы. Так, это я выкладываю, это мне не нужно. Это мне алло. Все... Алло, да-да-да. Мне это все не нужно. Так, мне нужно вот эта пыль. Мне нужна эта пыль. Эндерпыль. А чего она делается-то? Да я не знаю, подожди. Нажми на это. А, плавится в печке из очков. У меня очки там. Да, из очков. У нас их 2, по-моему, осталось. Я вот как минимум 2 здесь видел. А мне надо еще 4. Все, я сделал алмазный бур. Так, это чего? Электротин. Сложно. Я вообще не понимаю, что. Прикол, конечно, да ладно. У тебя очки есть лишние? Зато у нас есть калькулятор. Очень полезно. Да. Я бы, конечно, сделал более такой крутой, там... Это... Улучшенный алмазный бур, но, знаешь... Посмотрев, из чего делаются ускорители... Улучшаем ускоритель. Я передумал как-то. А из третьего что делается? Ага, энергетический кристалл. Так, а обсидиан у нас? А, вот один обсидиан. Энергопыль. Мне нужен еще один обсидиан. Обсидиан есть у нас. Нет, я хочу. У тебя, у нас есть, ты не в курсе, у нас есть обсидиан? Я только один пока нашел. Должен быть, в теории. В вероятности. Ну, у меня только один я нашел, у меня надо еще один. Что делаете, что мне еще придется за очками идти? Замечательно. Вверх придется еще. Да. А, вот еще один обсидиан, все нормально. Ну, очки придется добывать, что? Кстати, Марк, ты не находил алмазную руду Нижнего мира? А в Адусом нет. А я не смотрел. Ну, вроде я что-то копал там, но, по-моему, алмазов и как раз таки руды не было. Ну, знаешь, просто там он довольно-таки дорого крафтится. То, что я хочу сделать. Подожди, а сколько там пыли крафтится из одной этой? Ой, 9. Фу, ну, 4 алмаза пыли. Ну, мне придется потратить 4 алмаза еще. Мне придется искать эндермианов. И, извини, мне придется кое-что прописать. Это не ГМ, не волнуйся. А, геймон. Ага. Да? А почему... Короче, у нас теперь... А почему я не могу Везер Клин прописать? Просто, ну, они тогда бы не... А, Клер, я Клин пишу. Клер. Не, Клин. Да, Клин. Да. Погода чистить. Да. Мне нужен эндермен. Точнее, мне надо еще 2 очка.
Зачем? На чем? Мне нужны еще 4 алмаза. Мне нужны еще 4 алмаза. Логично. Сказал, конечно. Угу, вообще логично. Знаешь, в чем? Я тебе могу сказать. Поэтому... А, мацератор. Церковная пила. Еврей. Я тупанул. Знаешь, в чем прикол? А? Там же за одной 8 пыли, да? Че я туплю-то? А, чё? Вот все, 16. Все, хватает, все, не надо. Чё? Там чём? Же из одного очка это получается 8 пыли, алё. А тебе сколько надо? А мне надо было еще 4, господи, что-то тупанул. Ладно, для начала мы крафтим вот эту вот штучку, которая для. Вот, все, миниатюр Black Hole. Все, у нас получается. Миниатюрная черная дыра. Ну да. А что ты делаешь? Portal Gun. А-а-а. А, подожди, как там? А, алмаз здесь нам надо? Ой, минуту. А я пилю алмазы. Все, Portal Gun, все. Ну-ка, не надо в нашем доме ставить Portal Gun. Умар, знаешь что, можешь дать на секунду у меня Portal Gun? Ага, вон, кинул. Дальше. Вот, например, допустим, сюда Portal Gun. Видишь, там синенький такой портал? А, нет. Да иди сюда. Где? Вот, вот. Чё? Ага. Смотри, вот вставай возле него. Да встань ты возле него! Чё слышишь? Сейчас стрельну нахуй. Давай. Ну, и чё? Понял. Чего? Я зассал в луту. Чё, серьезно? Ну да. Это как? Понимать? Ага. Теперь я могу, если что, все убирать. Бжик, 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 бжик. Чего? Как? Вот я опять засал. А куда это все? А это на луну. Ой, ты что сделал? В смысле, я ничего не сделал. Ну это дом поставлю. Нет. Омар, смотри, арбуз валяются. Ну да. Да. Да все, убери. А как ты это сделал? А я просто отправил один портал на луну. А-а-а, все, убери. Нет. Да. Нет. Смотри. Пил. А нет. Все. Да хватит, реально убери эту штуку. Верни мне этого, че мой. О, смотри, нефть. Или что это? Вот, сечка. А как ее забрать? Да, смотри, вещи? Нефть. Как забрать все эти вещи? На Луну надо лететь? Нет, они просто удаляются. Да не, гон на Луну. Да. А, кстати, здесь, по идее, есть голодный... Блядь! Что было? А, там не засасываются вещи, хорошо. Я просто не знаю, до Портлгана выкинул. А, ну все, он в нефти, сейчас ГМ-1, подожди. А, он не в нефти, он возле портала. Он в нефти, он уже в нефти, я видел. Я ГМ-1 включил, сейчас мы. Подожди, ну, во-первых, надо сломать сам портал. Где он? А, все, я нашел уже. А, ну все. А, и тебя заслал, да? Да. А, кстати, я хотел зачем. О, все, его сломал. Фу, конец. Да верни мне, валё. Да нет, смотри. Так-так-так. Как очистить эти... Да все, давай, занимайся индастриалом. Зачем? Ну, чтоб сезон побыстрее закончить. Зачем? Не знаю, ну короче, мы заканчиваем серию. И сезон? Нет. Бумарка и айданчик. Всем. Ух ты, так же можно копать. Да ладно.